Новый облик приобрела пешеходная зона по улице Панфилова в Алматы. Ремонт там начали в сентябре по поручению акима Алматы. Во время встречи с жителями Алмалинского района Ербулат Досаев ознакомился с ходом проводимых работ. Теперь местных жителей и гостей города радует новая брусчатка, комфортные скамейки, яркое освещение и не только. На излюбленном месте горожан побывал наш корреспондент Владислав Иващенко. Пешеходная зона по улице Панфилова будто получила новую жизнь. В рамках проекта подрядчики обновили проезжую часть, расширили зеленую зону, а также модернизировали существующие малые архитектурные формы. До этого местами была старая плитка и другие элементы инфраструктуры. Масштаб ремонта налицо. Специалисты заменили 2000 квадратных метров брусчатки, установили 130 скамеек и два сухих фонтана. Сейчас мне очень много нравится. Во-первых, стало чище все. Дороги все чистые. Даже когда дождь, можно идти, ноги не намокнут. Действительно, стало гораздо приятнее ходить. И радует, что здесь все-таки оставили проезжую часть, потому что сильная нагрузка была на другие улицы. И в целом она преобразилась. Улица преобразилась довольно в лучшую сторону. Как отметил Ербулат Досаев, это излюбленное место горожан и гостей Алматы. Поэтому при ремонте уделили внимание каждой детали с точки зрения эстетичности и практичности. Это алматинцы и туристы оценили по достоинству. Привет из Литвы. Первый раз на этом месте, но очень красиво, аккуратно, чисто. И вообще нравится Алмата. Вообще-то я в первый раз в Алмату. Мне очень понравился ваш город. Как хорошо, что пришла. Все, инфраструктура, я думаю, что отлично. И дороги очень понравились. Я думаю, что стоило приходить сюда. И думаю, что снова еще приду. Могу сказать, что разница велика, так как улучшилась, во-первых, дорога, тротуар. Стало комфортнее передвигаться. И в целом скажу, что разница заметна. Наслаждаться прогулкой по пешеходной зоне не только приятно, но и безопасно. На улице установили модульный пункт полиции. Впрочем, и вечером здесь тоже красиво и многолюдно. Специалисты постарались, чтобы пешеходная зона выглядела красиво в любое время суток, независимо от времени года. Здесь есть все необходимое для приятной прогулки в кругу семьи и друзей. В темное время суток исправно работает освещение, также есть детские площадки. Стоит отметить, что зеленая зона сквера увеличена на 20%. Стала еще красивее. Высажены десятки деревьев и 13 тысяч кустарников. Подрядчик постарался уделить внимание каждой детали. Мы посеяли газон, так как сейчас осень и уже трава может не взойти. И чтобы как-то защитить посевы от птиц, от ветра, от всего, мы закрыли шелухой какао-бобов. Потому что, ну, во-первых, и как удобрение, и как защита от всего, от непогоды, от других условий действует. И приятный запах по всей улице. Все это стало возможным благодаря программе «Бюджет народного участия». В этом году на ее поддержку выделили порядка 19 миллиардов тенге. В результате алматинцы смогли реализовать более 360 проектов по благоустройству дворов и общественных мест. Владислав Иващенко, Хангельде Ахметханов, Сагынгали Мунайтбасов, телеканал «Алматы».